Так, привезли целый конструктор. Это салат органический. Точнее, салат и все дела. Просто два пакета со скидкой 30%. Не, ну, конечно, четко. Вот оно, какое дело. Тут киноа. Большие эти. Вот у них очень большие эти порции. Обожраться. Соответственно, салат. Здесь у нас бобы, вот эти какие-то, это окра, тыква, огурец. Ну, все прикольно нарезано, мне нравится. Самому я бы так это все готовить, но тяжеловато. Давай, допустим, так, это что у нас в пакете? А, вот еще тут кукуруза, кунжут, я вижу, сесами. Это, я так понимаю, что так, это у нас грецкий орех, морская капуста и заправка. Блин, так сделано прям вообще. Давай, веселый конструктор. Так, это у нас какой-то, сухарики или какой-то соевый протеин, сам салат. О, какая огромная, просто огромная, блин. Это у нас, это Рокет, что ли, эти? Бэйби Рокет. Они там что-то свое выращивают. Мы сейчас добавим сюда. Так, салат и еще приборы, я так понимаю, столовые. Что у нас тут? Опа, какие модные. Ножик, блин. Не, ну, можно что-то порезать такое. Блин. Ну ладно, хоть не эти, не пластик. Так, ладно. И ножик, и вилка, и... Ну, блин, ну, конечно, как бы, это же все производилось, скажем так, за все заплачено. Ну, нормально. Так, надо все будет перемешать, потом это сделаю. Блин, очень, конечно, много, я обожрусь. Начну-то с салата, чтобы он быстрее переваривается. Ну, капец. Даже мне кажется, лучше переложить в салат. Не, надо было маленько добавить, что я все сразу на обло... На, ладно, сейчас разберусь. Так, второе. Здесь у нас... Здесь у нас тоже все дела. Купоны. Прикольно. Что это, скидка, что 1-1 бесплатно, 99, это что, скидка 125, купоны. Так, это у нас менюшка сама, веган фуд, вот они все, приколюхи всякие, спагетти, райс диш, вот еще, не, ну четко. То есть еще одну менюшку надо сохранить. Рапоте. Да. То есть еще меню предлагают. Ну, бизнес просто цветет и пахнет. Так. Это что у нас? А, вот это, вот эти, короче.
такая вещь. Салатик. То есть присылают конструктор, его собираешь. Опять же, кукуруза, как понимаю, это заправка. И вот основа здесь. Вот она. Рис. Грубый, дикий, да, коричневый. Это там все добавлю. Все добавлю, короче. Ну, должна быть еще морская капуста, значит. Сейчас даже я посмотрю, такая. Вот, вот тут все эти приколы. Сушеная такая. Вот, там, да, внизу. Вешаю. Прикольно, короче. Это я на потом. Вот на сейчас. Вот просто кладут нереально много. И не нормально. Ну, нереально просто, просто нереально возраста. Все, давайте.